Ленинский городской округ всегда славился высоким уровнем медицины. Видновский перинатальный центр по праву занимает одно из лидирующих мест в Московской области в своем направлении. Здесь трудятся высококлассные специалисты. Многие посвятили профессии всю свою жизнь. Акушерка отделения женской консультации Антонина Толкачева уходит на заслуженный отдых в 86 лет. Очень болит сердце у меня, что я ухожу. Вот мыслями, душой я должна уйти, а так не воспринимаю. Я еще не поняла, что я ухожу. Свои знания и опыт Антонина Васильевна передает молодому поколению. Сейчас в учреждении появились новые сотрудники, получающие хорошие отзывы от своих коллег и пациентов. Я решила пойти в медицинский, когда училась в 9 классе, пока доучилась до 11-го. Я определилась, решила, что я хочу быть именно акушеркой, что это самая замечательная профессия в медицине, помогать появляться новым людям на свет. Залогом успешной совместной работы сотрудники считают не только высокий профессионализм, но и любовь к своему делу. Мы проводим на работе большую часть своей жизни, как бы нам не хотелось по-другому. И для нас коллектив на работе – это, по сути дела, семья, в которую ты приходишь и со своими радостями, и со своими горестями, которые ты приносишь частичку себя, и также эти частички приносит весь коллектив, который объединяет весь наш коллектив в одно большое, так скажем, сердце, которые любят, в принципе, всех наших пациентов. В другом учреждении здравоохранения нашего муниципалитета, Южной поликлинике, на должности заведующей работает Елена Маслова. Под ее началом здесь трудится почти 100 человек. Елена Васильевна считает, что хороший врач должен обладать определенным набором человеческих качеств. Я когда закончила институт, непременно мне казалось, что нужны только знания. Вот необходимо и все, чтобы укладывалось в голове, чтобы отвечать на любые вопросы, решать задачи и поставить диагноз сходу. Сейчас, наверное, самое важное – это эмпатия, доброта, наверное, и сочувствие. Врачи поликлиники с уважением относятся к своему руководителю. По их словам, именно благодаря тому, что отношения между начальством и сотрудниками строятся на доверии, удается направить всю свою энергию на помощь пациентам. Человечность и взаимопомощь. Елена Васильевна всегда готова прийти на помощь. Независимо, это нужно помочь по работе или это какая-то просьба личного характера. Все мы люди, всех есть семьи, соответственно. У кого-то там с детками что-то случилось, другие личные обстоятельства. Всегда поддержит, поможет, пойдет навстречу. Коллектив телеканала «Видное ТВ» поздравляет всех медицинских работников с их профессиональным праздником и благодарит врачей за их нелегкий, но важный труд. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».